предложили вернуться. Вернуться в тот тайный дом, где мы встретили душу или какого-то призрака. Я до сих пор так и не разобрался. Скрытное какое-то помещение, посмотреть. Офигеть, просто мы нашли какую-то тайную комнату. Я тут все бегал, высматривал, даже не заметил, что в уголке тут такая броня стоит. Офигеть, острота 4, это меч Джимбо. Посмотрите, какой он классный. Надеюсь, паренек справится и будет капитаном не хуже меня. Это был капитан, то есть капитан Джимбо. Я проглядел в нем талант, он довольно смышленный малый. Помню, как мы с командой нашли его. Он был напуган и кричал постоянно: «Буря, буря, буря!» «Что?» «Да ну нафиг, Флинн по шутке назвал его Буря, а потом приелась кличка-то!» «Так теперь его и кличут!» «Это либо обозначает, что у кого-то есть такое же имя, либо то, что Буря жив!» «Чуть за голоса, ребятки!» «Что за звуки знакомые вообще? Кто?» «Кто здесь?» «Ё, да ты достал, блин, меня пугать!» Ребятки, напоминаю, что у нас есть свой магазин игр. Самые крутые офигенские игры по самым низким ценам. Если хочется во что-нибудь поиграть, то заходите, ищите себе какую-нибудь прикольную игруху, выбирайте, в принципе, все дешево. И наслаждайтесь, да? Просто играйте. Тут тем более снова скидки, так что не упускайте момент. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, приобретайте все, что захотите. Ну а сейчас тайна. Пятая часть. Погнали. Ехи-хи-хи-хи! Всем здоровенькие пузатики! С вами Бурундук, это лайв-канал. Ой, это не лайв-канал, это основной канал. Ну и лайв-канал у меня есть, если чё, ссылочка в описании. Там прохождение карты и видосики по другим играм. Смотрите, моя шляпа как ведро. И вода туда льется. Ну, у нас, ребятки, пятая часть тайны. Я вас попрошу сразу поставить лосик за новую серию, потому что мне приятно, меня это мотивирует. Я хочу снимать серии круче, лучше для вас, если вижу, что вам это нравится. И у нас сегодня очень много дел. В предыдущей серии мы узнали, что Буря, возможно, жив. И сегодня я отправлюсь на его поиски. Но прежде вы уже заметили, что у меня появилась тут листва. И посмотрите, та-та-та-та-та, отсюда плохо видно. Сейчас подвинь, так-так-так, хоп. Вон. Вон. Вон какой домишку я тебе отбабахал. Вы видите, это вообще жесть. Я столько времени и сил потратил, добывал там алмазы, бегал по всяким пещерам. Бегал по лесам, добывал ресурсы, чтобы построить вот это. Ну смотрите, ну офигенно же пока что получается. Еще, конечно, не достроено, но сейчас я вам покажу. Я вот хотел построить обычный уютный домик, а у меня снова получается какой-то дворец тут или город в этом ущелье. Ну чё, вы готовы посетить мой замок? Вы смотрите, как... Какой он огромный, красивый. Вы еще не представляете, что там находится внутри. Ну что, держите глазоньки открытыми. Тара-та-тара-та-та. Не, ну а что, я же вообще как бы не терминатор, чтобы сделать вот это еще и внутри. Внутри я здесь все раскопаю, да, у меня этот дом как бы будет в горе. Вот здесь вы уже догадываетесь, что будет. Я в аду просто не был, нужна светящаяся пыль, чтобы сделать лампочки какие-нибудь. И повешать будет, мне кажется, очень здорово. Здесь окошечко сделаю, пока что у меня просто внутри ничего нету, поэтому я сделал так. Мне с каждой серии нравится здесь все больше и больше. Да, я вот здесь провел еще водопад, как вы тоже могли заметить, и такие тропиночки пока что сделал так. Тоже буду обустраивать это все, со временем вам покажу. У меня много времени, ребятки, на это уходит, поэтому я вас попрошу лайк хотя бы вот за такие мои старания поставить, за вот такие построечки. Я надеюсь, у нас тут получится не хуже, чем у нас было в наших пузатых приключениях. Здесь я вообще ничего не менял. Тут у меня, ребятки, такой сундучок, куда я вещи складываю, чтобы они мне не мешались при постройке. Ну а тут вот все ресурсы, которые, как я и говорил ранее, добывал без съемочки, тоже много времени провел в пещере, и я думаю, они нам понадобятся. Я что только мог надо было. Ну и что мы делаем сейчас? Мы не будем медлить, мы сейчас отправимся на поиски пиратов. Потому что то, что мы прочитали в предыдущей серии, нельзя оставить без внимания. Вдруг и правда Буря жив, каким-то образом он выжил и, не знаю, попал в пиратскую команду, стал капитаном. Че, для меня это пока что странно. Я пока не представляю, как мы можем отыскать Бурю, ведь море просто огромное. Ну, друзья, я буду ходить по пиратским кораблям, я хотел сказать. У меня тут дождь пошел. В общем, вы поняли. Кто не знает, кто такой Буря, друзья,
друзья, посмотрите «Пузатые приключения». Прям напишите в Ютубе «Пузатые приключения», и вы узнаете, кто такой Буря. Ну вот в такую-то погоду отправляться точно никуда нельзя, тем более уж в море, поэтому мне надо сначала поспать, а потом отправимся в пиратское путешествие. Ну вот, вот это уже другое дело. Что я вам, ребятки, скажу, я вот меч немного затупил. Броня у меня офигенная, но я надеюсь, что на первое время мне его хватит. Я еще узнал, что из вот этих руд можно скрафтить офигенный меч, поэтому я, возможно, это сделаю. Все, друзья, вперед к приключениям! Постараемся найти с вами Бурю, ну, либо каких-нибудь других пиратов. В любом случае, будет весело и круто. Я вот по пути пособираю что-нибудь, почему нет. Я добрался до открытого моря, и теперь, ребятки, можно... лодочку поставить, смотрите, вылазит такой. Конечно же, я взял с собой лодочку, и мы сейчас на ней поплывем искать пирата. В принципе, корабли встречаются довольно часто, поэтому я думаю, долго нам не придется искать. Лодочка у меня одна, но если что, доски есть, поэтому скрафтим еще одну. Давайте вот к этому острову, может, подплывем около острова, кого-нибудь встретим здесь. Тарадон-тон, тарадон-тон, тарадон-тон. Мне показалось, или я там нашел корабль, похоже. Смотрите, ребятки, да-да-да, ну наконец-то, вот и все, долго мне не пришлось бежать. Плыть? Бежать-то пришлось долго. Да, а вот плыть тут чуть-чуть совсем, и вот кораблик. И, ребятки, похоже, это корабль просто обычный такой пиратский, как мы встречали в первой серии. Меня рыбануло, отстань нафиг от меня, что она сделала? Где этот покемон круглый, блин? Смотрите, ребятки, что я заметил, как под водой классно. Вон это плавает, круглая фиговина, поглядывает на меня, жжж, вниз, все. Ну ладно, друзья, в любом случае мы нападем на этих пиратов, что я возьму, наверное, камни. С ними я сейчас разберусь и заберу у них весь клад, и вдруг у них тут кто-нибудь в заложниках или что-нибудь тут происходит. Так, выпадываем. Выпадываем, ну все понятно со мной, лодочка, подожди. Все, лодку подобрал, как тут прикольно, мне прям нравится подводный мир. Ну что, нападем сейчас на них и разобьем их корабль. Просто на лодке такой один подплыл и захватил просто корабль пиратский. Минус один, здрасте. Я здесь, я тут говорю. Все, вот так, еще один. Вон тот в броне самый опасный, это их капитан. О, у этого лук есть, он отвалит. Он не попадет. Все, преграда, забор, где он, куда делся? Скинул меня. Че, поперестреливаться хочешь, что ли? На тебе в дыню сейчас еще закину, ну-ка, хоп. И еще одной прям в башню надо, в шляпу ему. Есть, есть. Так, сейчас я кушаю морковочку, и все, и врываемся, ребятки, врываемся. Нет, подождите, там он еще один с луком, походу. Все, погнали, погнали, все, мочим, мочим, нападаем. Че, че, ты ничего не сделаешь? Я сейчас очень сильный, у меня броня Джимбо. И капитан на меня, давай, капитоха, сразимся нафиг. Че такое, это теперь мой корабль. Мертвецы недоделанные, блин, они сильные, я сейчас умру, вообще, елки-палки. Так, 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 мы бегаем, бегаем. Сейчас вот это. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Хоп, вниз. Яблочко съем, которое мне сейчас вообще не помешает. Сейчас мы их обойдем, обойдем, обманем немножко. Ну а что вы хотели, ребят? Тише. Один нападаю на команду мертвецов, на целый корабль. Ну что, давай, они еще такие быстрые, прям все. Всех мы с вами расфигачили. Вот здесь стоит еще один. Здравствуйте. Эй. Я здесь. Он застрял, походу. Шляпа большая, он пройти не может. Ну что такое? Давай, выходи. Ладно, понятно, я сам зайду, пожалуй. Так, ребят, сейчас мы с вами сначала убедимся. Вот еще двое здесь. Еще двое. Лучника, лучника надо вывести. Опа, вот это интересно, битва была. Ты что так быстро с ним расправился-то? Они с друг другом тут мочатся. Понятно, несложная команда была. Все тут, каждый друг за друга, не горой. Отлично, что тут у меня вот запасной меч появился? Хотя что, железный у меня все это есть? Все, забираем быстренько, ребятки. Знаете, что я еще узнал, что можно делать? Ну клево ведь, а? Ну кто-нибудь там шашлычков пожарит. Вот вам еще чуть-чуть. Здорово. В сундуках, ребятки, все как обычно, но я все это заберу. Паутинку тоже возьму, ниточки понадобятся. Все классно, здорово. Все забираем. Если что, у меня есть этот портфель, он с собой, я туда все закину. Лодочка тут запасная, клево. Все, весь корабль я вроде облутал. Вот такие вещи мне получилось достать отсюда. И в принципе тут ничего нету, и не у кого спрашивать. Там наверху никто не сидит. Давайте все-таки для подстраховки залезем. А тут есть, ребятки, один. Смотрите, тут надзорный такой стоит. Ему вообще по барабану, что у него всю команду тут мочат. Чё ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Все, вот так. Теперь я буду надзорный смотреть вот так вдалеко куда-нибудь. Я понял, что на этом корабле мне делать нечего, поэтому я сейчас все скидаю в сундучок, в рюкзачок. Точнее. Да. Все здорово, место чуть-чуть почистил, можно даже еще руду. Ну а теперь эпичный прыжок-то с корабля прям с самого верха полетели. Здорово, выплываем скорее, а то круглая рыба сейчас, смотрите, меня догонит. Только вот старта, только подойди. Смотрите, кальмара сейчас сожрет, походу. Беги!
второго жрет. Отправляемся на поиски других кораблей. Ребят, смотрите, что нашел. Не знаю пока, чей это корабль, но он явно отличается от тех, которые мы встречали ранее. Тут еще какого-то фига мертвые лошадки так вот бегают. Плавают, не бегают. Ну, я даже не назову это плаванием, но... Ай, какого фига? Чё они вообще тут делают? Я пока не знаю, есть кто-то на этом корабле или нет, но я на всякий случай... На всякий случай поставил вот такой маркер. Чтобы если меня убьют, я тпшился сюда и мог какие-то действия предпринять. Ну чё? Хух, чпух, поплыли. Всё, потихонечку. Так, ребятки, лук в руки я возьму, и мы тихонечко подплываем. Подплываем? Какого фига тут столько мертвых коняшек? Это кто? Я уже кого-то вижу. Так, интересно. Посмотрите на карте, там какие-то люди все-таки находятся. Неужто мы нашли с вами живой корабль? Что происходит с моей лодкой? Эй, понял, буду на F5 плавать. Разворачиваемся. Я надеюсь, эти коняшки мне ничего не сделают, и потихоньку подплываем. Я потихоньку подплываю. Посмотрите, там люди. Там это неужто мы нашли живой корабль? Друзья, я с другой стороны корабля, и посмотрите, там какая-то девчуха. Мне кажется, меня уже заметили. Но это ведь корабль, смотрите, тут есть люди. Не знаю, пустят меня на борт или нет. Мне вообще плевать, потому что я ищу бурю. И лодочку я подобрал, все, сейчас залезем. Что тебе нужно, пушистый? Девушка-пират? Я капитан этого корабля, зачем ты приплыл? Я хочу поговорить с вами, пустите меня на борт. Ладно, подожди. Ну чё она, блин, где? Я сейчас тут замерзну купаться с какими-то мертвыми конями. Алло, ва, давай, чё, в лестницу мне. Ууу, я поймаю, подожди, сейчас. Ребят, чё за нафиг там девушка-пират? Ну я рад, что мы нашли с вами какой-то клёвый такой корабль. Ща поднимемся, так уже дождь пошёл. Тон-тон-тарадон-тон, встречайте меня. Это кто вообще? Это наш боцман. Ничего себе, вот это он смешной такой. Я бы тебе не советовал смеяться над ним, а то быстро окажешься в море. Хорошо, хорошо, я понял. Тут вот лесенка маленькая осталась. Сейчас я залезу вот к вам. Это как раз. Оп, я паркурист. Фигурист. Смешно, смешно, ладно. Как тебя зовут? И что ты делаешь на нашем корабле? Меня зовут Бурундук. Я ищу одного пирата по имени Буря. Вот, и хотел бы у вас тут спросить, не знаете ли вы такого? Слыхала я о таком. Всему море покоя не дает. Зачем он тебе сдался только? Говори. Ну, как тебе вот сказать? Тебя, кстати, как зовут? Джейн. Ну, как вот я тебе объясню, Джейн? Ну, в общем, он мой братик. Ну ты меня и рассмешил. Он отправил бы тебя на корм акулам за такое вранье. Я, возможно, ошибаюсь, и просто это его зовут точно так же, как и моего братика звали. Ну хотя я не могу сказать брат, но это очень долгая история. Понадобилось бы 40 серий, чтобы ее рассказать. Чего? Да не, ничего. Значит, ты хочешь найти Бурю? Я правильно тебя понимаю? Да, Джейн, правильно. Кем бы он ни был, я хочу с ним встретиться. Я могу помочь тебе, но у нас пиратов есть такой закон. Услуга за услугу. Хорошо, что тогда от меня требуется? А я смотрю, ты красавчик, и доспехи у тебя сияют. Ты чё, подкатываешь ко мне, что ли? Замолкни! Я посвятила почти всю свою жизнь пиратству. И не позволю, чтобы какой-то бурундук смеялся надо мной. В общем, слушай. Какой-то разодетый чудик никак не дает подплыть нам к берегу. Стоит только приблизиться, как он появляется, пугает всех подряд и ускользает. Хотела бы я лично поймать его, связать потуже и вышвырнуть за борт. Подожди минутку, не оклоунили ты Случайно. Случайно говоришь. Не знаю. Вид у него не совсем клоунский. Какой-то он стрёмный. В общем, он нас достал. Я не могу бросить свою команду и пойти разобраться с ним. Все мои отказываются идти. Говорят, что это путь к смерти. Даже боцман очкует. Окей. Знаешь, Джейн, этот клоун, честно говоря, и меня уже достал. Постоянно появляется из ниоткуда и пугает меня. Я ему таких, блин, люлей сейчас выдам. Это меч Джимба? Откуда он у тебя? Ты с ним знаком? Нет, я не знал его, но я нашел его дом. Я прочитал его записки, и кажется, он умер. Через его записки я узнал, что вообще происходит, и он говорил о каком-то буре. Именно его я и хочу найти. А у меня был, ну, скажем, братишка, которого тоже звали Буря. Поэтому вот я и ищу его. А ты знаешь, что-то, Джимба? Ладно, давай так. Разберись с клоуном, приплывай сюда, и мы с тобой еще пообщаемся. Дождь, кажется, закончился. Надо проверить управление. А у тебя тут уютненько, такой штурвал крутой, и корабль вообще офигенный. Команда есть. Спасибо. Можешь побегать по палубе. Может, что-нибудь пригодится для битвы. Окей, спасибо. Я тогда похожу, да поищу что-нибудь. И познакомлюсь, возможно, тут с вашей командой. Ну вот это вот вообще...
все, я понял. А здесь, смотрите, сладкая парочка такая стоит. Во-во, все, смотрите, она смотрит на него, а он на меня. Все, все, я понял. Искра, буря. Буря, где буря? Я, ребятки, начинаю забывать о своей цели. Тут, ребятки, смотрите, тоже пират, который в воздухе висит. Так, мне разрешили что-нибудь взять и посмотреть. Лодочки у меня, в принципе, есть. Это что, бандитская матка? Динамитов у меня тоже полно, я набрал. Я уж не буду все забирать-то. Пока что ничего интересного я тут не нахожу. О, здравствуйте. Он смотрит на этих коняшек. Надо будет спросить у капитана, у этой девушки, да? Откуда вообще вот эти лошади взялись? Что это такое тут произошло? Какой тут прикольный корабль, слушайте. Смотрите, тут дверка. Здесь такая уютная у них палаточка. Ну-ка здесь. О, вот здесь уже поинтереснее. Карта, в принципе, мне тоже не особо нужна. Так, окей, тогда вот здесь вот есть лестница, давайте выберемся. Опа, это что такое? Здравствуйте, тут что у вас происходит? Ох, этот юнец меня уже достал. А, то есть вы как воспитатель поглядываете за вот этим непоседливым пиратом? Ну, можно сказать и так. Хорошо, я не буду тогда мешать, давайте пройдем, тут еще кто-то стоит, нубик-пират. Не знаю, ребят, я не вижу ничего на корабле такого, чтобы мне могло помочь в битве с этим Пеннивайзом. И, кстати, об этом. Я уже давно хотел разобраться с этим клоуном. Настало время отомстить ему за все те моменты, когда он пугал нас и эту команду пиратов. Отправим его туда, где ему и место. Смотрите, я как на лифте прям. Привет, Джейн! Чё это я не специально? Как с клоуном-то сражаться будешь? Да не переживай, я его уделаю, как нефиг делать, он еще не знает, с кем связался-то. Ну чё, ребят, вот что я предлагаю. На корабле я ничего не нашел, поэтому возвращаемся домой, делаем крутой меч, отправляемся к Пеннивайзу, даем ему люлей и сразу совмещаем два офигенно крутых дела. Избавляемся от этого чертового клоуна и узнаем информацию. Вон у той девчухи уселась там, да? Ну ничего, ничего, скоро я вернусь. Сусь. Сусь! Все, друзья, был рад вообще на этом корабле. О, Джейн мне машет, ну все, все, я доберусь. Все, хана этому клоуну, поверь мне. У меня вот вопрос. Зачем я плыву? У меня же есть маркеры. Уже так долго играю с этими маркерами, но никак не могу привыкнуть, что можно просто телепортироваться. Ребят, я тут посмотрел, какие есть оружие. Вот эта коса мне нравится, но я хочу сделать вот этот топор. Почему? Потому что при ударе 35% шанс, что мне дадут скорость. И, как я понимаю, сопротивление к урону. И у него урон 10. Сейчас я попробую его сделать. Так, что мне нужно? Для начала мне нужно 6 вот таких штук. Крафтятся они... Ага, вот такого материала у меня много. Я его добывал, надо только найти. Ровно на 6 хватило, и еще 7 осталось. Здорово, это у нас есть, идем дальше. Затем нужен нам вот такой вот стержень. Так, 3 алмазика, да, и 4 вот такие штучки тоже у меня где-то есть. Вот эти 3 штучки у меня есть, у меня еще где-то они должны быть, это точно. И вот алмазики, да, я надобывал такую кучу алмазов. Ну сколько ж я времени провел в пещере. Здесь у меня еще 9 таких шариков, отлично. И, ребят, мы с вами, кстати, вот эту руну можем сегодня попробовать как раз на этом новом топорике. Отлично, еще один ингредиент, и мне новое достижение дали. О, вот и проблема, ну серьезно. Светящаяся пыль, эндержемчуг, ну ладно. Вот какую я штуковину сделал. Дверь открою, все из земли. Портал подожгу и туда пойду. Ну чё, ребятки, первый раз в аду, и в меня сразу прилетает от газа такой шарик. Ты мой портал не размочи, а то я тебе сейчас тут люлей дам. Ты чё, вообще попутал, что ли? Ну-ка на. Меня, да что такое? Это меня так в аду приветствует. Здесь что за фигня вообще? На, получай обратно тебе. Уй, как четко! Вернуть отправителю. Еще один, что ли? А у него все отлично. Это что такое, ребятки? Ну-ка я это сейчас добуду. Смотрите, ребятки, еще какая-то. Господи, ты что меня так пугаешь, а? Офигеть, смотрите, там лавовые монстры. Я с этими лавовыми... В пещерах я, в общем, вот с этими чудиками уже виделся. Ладно, однако я пришел не за этим. Сейчас кварца чуть-чуть добуду. И, конечно же, светящуюся пыльку. Я нечаянно, я хотел морковку покушать. Ну, пусть здесь стоит. Так, на память. Все круто, 1,5 стака. Мне еще на светильничке нужно. Возвращаемся домой. Давно уже хотел это сделать. Классненько. Все, все ресурсы. Делаем топор. Как он там делается, я уже забыл. Вот эта штука. Так, ага. Все. Ту-ту-ру-дун-ту-дун. Еще достижение. А теперь смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та-дам! Отлично! Ну-ка, давайте возьмем-ка в руки и отгадайте, кто у нас получит люлей. О, Пеннивайз. Так, что-то не туда я куда-то. Не туда нажал. Пеннивайз!
Я иду за тобой. Берем с собой щит, факелов сейчас побольше сделаю, запасной меч, лук, стрелы, зажигалочку можно. Задницу ему подожгу. Ну и все, в принципе, я готов. Осталось найти его логово. И я нашел грушу для себя. Ну чё, зеленопопое создание, хочешь проверить мой топорчик? Ну-ка, щит работает. Еще разок, неплохо. Проверяем щиты. Ну, а получай, с первого удара. Мощный воин, под дождь, прям под громы. Отправиться сейчас к Пеннивайзу. Погнали, друзья. Я телепортировался на этот маркер, и друзья мне сказали, что он где-то здесь, совсем неподалеку. По фильму он жил в колодце, но сейчас мы его и отыщем. Щит работает отменно. Вы видели, даже крипер вообще мне урона не снес. Ну-ка, а что сможет сделать скелет? Давай, ну-ка, я тренируюсь перед Пеннивайзом. Вообще ничего не сделает. Стреляй, давай, фоп, не попал. А я вот тебя вот так вот, а. Что-то, слушайте, скелет-то сильный. И смотрите, скорость мне дается и правда. Я упал. О, тут болото. Явно он где-то рядом уже бродит. Ребят, посмотрите, что нашел. Давай, зеленопузый, ну, получай. Почему они, кстати, не... Это что за фигня? Тихо, я уже ее встречал, ну какого фига, ну получайте все нафиг, все. Так, давай, их тут сильно много, однако я справлюсь, но у меня такие вещи, что ничего вы мне не сделаете, ну смотрите. Это что, это скелет? Скелет какого-то динозавра как будто, а возможно и дракона. Я не знаю, у кого еще такой большой скелет может быть, пишите ваши догадки в комментариях. Я еще, знаете, что понимаю, похоже, что у меня мало еды, нужно было какие-то золотые яблочки взять. Возможно, я вернусь. Но сначала найду это долбанное логово. Хитите, ребятки, какая-то непонятная листва. Кажется, я на правильном месте. Это Пеннивайз смог завалить какого-то этого? Или это просто вообще, чтобы он оставил, чтобы пугать кого-то? Ну, кажется, я добрался. Неужели это оно? Только где вход? Тут все в этих в лозах, в лианах, в траве. Я нифига не могу ничего найти. Чё за жесть? Чё за фигня? Я вот... Это что, это от лиан от этих или чё? Чё было? Я пока не понимаю. Я уже офигел! Блин, оно отвянет меня! Либо это уже начинаются проделки этого клоуна, либо эти лианы отравлены. Похоже, это да, это лианы отравлены. Сейчас я тут все вырублю нафиг, давай. Нашел, ребятки. По фильму Пеннивайз был в колодце, и это похоже на колодец, вы посмотрите. Ну чё, клоун? Я спускаюсь.